146-й день рождения вождя мирового пролетариата. В Ярославле основателя страны Советов вспомнили традиционным митингом. По такому поводу Красная площадь окрасилась в одноименные тона. Под флагами у монумента Владимиру Ильичу собралось несколько десятков горожан. Наблюдалось немало молодых лиц. Пользуясь случаем, ряды сторонников идеологии пополнились новыми членами. Ярославских школьников приняли в пионеры. Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою родину, свято чтить законы пионерии. Будь готов! Всегда готов!